Игорь, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, для чего и кем был создан фонд «Артист»? Фонд «Артист» создан уже более 10 лет назад актерами Евгением Мироновым, Марией Мироновой, Игорь Верник и Натальей Недем. Каждый своим путем пришел к этой идее. Но в какой-то момент мы собрались, так, знаете, складываются обстоятельства, так жизнь складывается, и мы довольно близко общались, дружили, но объединились мы как раз на идее помощи пожилым актерам, ветеранам сцены, которые попали в положение, когда они нуждаются в помощи. И как ни странно, когда мы стали заниматься этой профессией, оказалось, что актеры, которых мы очень любим, которыми мы восхищаемся, глядя на экран или на сцену, с которыми мы выросли, и наши детские воспоминания, и наши юношеские, и наши лучшие воспоминания связаны с этими актерами, с их мощнейшими ролями, что эти актеры в уже зрелом таком возрасте, мне даже не хочется употреблять это слово «старость», влачат довольно печальное, а порой жалкое существование, потому что не имеют средств на лекарства, на операции, на реабилитацию, на сиделок. А еще одна проблема, связанная с актерами, с людьми, которые привыкли быть на людях, привыкли быть со зрителями, привыкли к этой связи, которая оказывается в тишине, в пустоте. Без внимания, без интереса, без людей, которые их поддерживают. И вот эта социализация – это тоже очень важная миссия, которую мы видим в своем фонде. Чуть позже к нам присоединился Леонид Ярмольник. С нами вместе очень многие актеры, молодые актеры среднего поколения сообщества. Недавно к нам присоединилась Равшана Куркова. И с тех пор, вот уже какое-то количество времени, 10 лет, мы создали лекарственную программу, программу СОС, программу реабилитации, программу волонтерскую, программу помощи на дому, программу санаторную. У нас есть программа социализации, когда мы наших подопечных собираем, и у них есть возможность реализации, это творческие встречи, это какие-то концерты, и это дает большой стимул для их жизни. Это очень важно, потому что в тишине, в пустоте, в отсутствии внимания актер угасает, а жизненная сила, жизненная энергия позволяет бороться с болезнями. И у нас сейчас около 5000 подопечных, и это... И эта база наших подопечных растет. И мы каждый раз радуемся, когда можем помочь любимым людям. Игорь, расскажите, пожалуйста, нам, вашим зрителям, почитателям, что же для вас счастье? Ну, наверное, счастье – это когда любимые твои люди, когда родные твои люди здоровы, когда, глядя на них, ты понимаешь, что им хорошо. Если им хорошо, значит, тебе хорошо. Наверное, счастье – это, как ни странно, а может быть, это естественно, когда ты здоров, когда ты занимаешься любимым делом. Наверное, счастье, когда то, что ты делаешь, откликается в ком-то. Наверное, счастье находиться в гримерной, в которой я провел очень много времени, и здесь рождалось множество ролей моих. Наверное, счастье смотреть, как растет мой сын. Наверное, счастье, конечно, для любого человека, когда его дети делают первые шаги, первые успехи, первые победы. Счастье – это, наверное, гармония с миром. И, конечно же, счастье, когда ты имеешь возможность делать добрые дела, и как мы делаем это в фонде «Артист», и ты видишь глаза людей, для которых ты это делаешь, и в них свет и слезы благодарности. Конечно же, это тоже счастье.